Проблемы жителей Кировского района Ярославля выслушал исполняющий обязанности мэра города Владимир Волков. Он рассказал об изменениях в системе здравоохранения района, выступил с отчетом о деятельности администрации в этом году по всем направлениям. Да, после завершения официальной части приступили к вопросам жителей. Основные проблемы – ремонт фасадов, граффити, качество услуг ЖКХ и капитальный ремонт. Люди жаловались на несвоевременный вывоз мусора, перенос остановочных комплексов, уборку улиц в зимний период, ремонт дорог, благоустройство парков и дворов. Все будет решаться постепенно, заявил Владимир Волков. Кировский район немного отличается от тех встреч, которые мы до этого проводили. Ну, это центральная часть города. Обратили внимание на те моменты, связанные с благоустройством, с капитальным ремонтом. Есть решения судов, которые не выполнялись на протяжении нескольких лет. Будем отрабатывать те предложения, которые поступили от жителей, и на следующий год учитывать их в работе.